Президент Садыр Джапаров подписал указ о президентском лицее «Акылман». Развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся, создание необходимых условий для поддержки и стимулирования особо одаренных детей является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования. В целях создания единой системы обучения и воспитания особо одаренных детей со всей страны, дальнейшей поддержки и поощрения талантливой молодежи постановлено создать учреждение «Президентский лицей «Акылман» в форме государственной специализированной общеобразовательной организации в Чулпан-Ате. Прием в лицей будет осуществляться из числа обучающихся, окончивших 6 классов, в порядке, определяемом Кабинетом министров, предполагающим индивидуализацию учебного процесса путем выбора отдельных предметов и уровней их преподавания с учетом интересов и особенностей обучающихся. Прием в лицей «Акылман» будет осуществляться из числа обучающихся, окончивших 6 классов. Отбор одаренных детей будет проводиться комиссионно, максимально прозрачно, согласно утвержденным критериям.